Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Call of Duty 4. Наши так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру, нашу экономику, нашу честь. На нашей земле пролилась кровь. Моя кровь на их руках. Они оккупанты. Все американские и британские войска немедленно покинуть территорию России. Или же пусть готовятся к последствиям. Либо мы сейчас захватим центр управления пуском, либо завтра мы этот мир не узнаем. Получено разрешение на сброс. Группа Си пошла. Приближаемся ко второй зоне сброса. Группа Би, ждать сигнала. Так, а где нас выбросило-то? Ну, говори. Прайс. Не знаю, сэр. Би-6. Сержант Грикс активировал свой приемопередатчик. Он в полукилометре от вашей позиции на юго-западе. Прием. Ладно, пойдем. А, вышки взрывать. Точно, сейчас же на территорию будем пробиваться. Проходить туда. Вражеская техника с фронта. Террорист нейтрализован. Что-то я не понял, они хоть успели выйти-то. Ну вот они. Чего? А, ну калаш. Ну мне надо пока бесшумно действовать. Вижу противника. Минус один. Минус один. Давай, 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 давай. Спокойной ночи. Не понял. Все чисто. Молодцы. Хвалю. А где я кровь видел? А, вот она. Разбрызгана. Так. Грикса, должно быть, держат в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Всем тихо! Вперед! Попал. В комнате все чисто. На этаже чисто, поднимаемся на второй. Сейчас, сейчас, сейчас. Не понял. Блядь. А вроде так хорошо. На этаже чисто, поднимаемся на второй. Давай. Это куда? Грикса здесь нет. Вас понял, все вниз. Вас понял. Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо. Что, я просто минут потратил, что ли? Соуп, разведай обстановку. Так, это мне. Давай, он сейчас выйти должен, я как понимаю. Нет? Выйдешь или нет? Да ёж твою мать, если бы я сдал бы. Так. Всем тихо! Блин. Соуп, разведай обстановку.
Так. Солнце встает. Время на исходе. Подождите, подождите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где остальные? Дрикс, 678-45-20-56. Знаешь, товарищ, женевский... На этаже чисто, поднимаемся выше. В теории только. Так что побереги нервы и просто ответь на мои вопросы, хорошо? И сколько этих остальных? Дрикс, 678... Командир. Кажется, мы на месте. Так, мы нашли его, давай. Приготовиться к штурму. Ой-ой-ой-ой. Где ножовка? Я думал, она... Пошли, пошли, пошли! Все. Чисто. Я вообще здесь нахрен не нужен, я так понимаю. Грикса. Живее! Ну давай, пошел. Наконец-то, черт возьми. Я уж думал, вы меня... Пулемет бери. Я так и хотел сделать. Но ты же зажал всю взрывчатку. Все в порядке? Да, готов идти. Давай. Хорошо. Первая группа, мы нашли Грикса. Выходим из второго здания. Нужно нейтрализовать ту башню, чтобы передовые группы смогли пройти через ограждение под током. Блин, просто так две мины потратил. Ни за что, никуда. Нахрен вы нужны? Вражеские вертолеты. Окей. Вперед! Кого-то высматриваете, что ли? Доложите обстановку. Прием. Вторая группа на позиции у периметра. Ждем, пока вы отключите электричество. Прием. Вас понял! Соуп, устанавливай взрывчатку! Иду! Пошел! Раз! Два! Взрывчатка установлена, всем отойти! Посмотрите, как красиво! Нам вон туда надо! Соуп, выполняй! Вау! Вау, электричество! Током не убьет меня, нет? Нейтрализованы, электричество отключено. У вас 20. Пыли-то сколько подняло. Вас понял, идем в периметр. Всем ждать сигнала. Резервное питание через 10 секунд. Ждать сигнала. Жду. 5 секунд. Хорошо, мы прошли. Б6, будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся. Конец связи. Открывай. Давайте. Ворота. Давай. Где ворота? А это не ворота, это, блин, ты просто в заборе дыру делаешь. Я думал, ты ворота откроешь. Вперед! Пропустите меня. Я тут главный герой всего боевика. Вражеские вертолеты. А, вот здесь вот, да. Здесь скоро станет очень жарко. Здесь вот придется попотеть. Вон они, суки, выгружают их. Бери шоупа и остальных и прочеши базу. Мы с Гриксом постараемся найти другой путь. Войска приближаются! Контакт к западу! Так. Поддержки. Надо их всех отсюда пока вывалить. На. Вражеские гранатометчики на крышах. Пусть. Здесь спешить не надо. Блин, ты какого хрена тут ходишь? Бежим сюда. Валим. Противник нейтрализован. Да если бы.
Давайте вот в дома сейчас зайдете и посмотрим, насколько он нейтрализован. Цели к югу отсюда. Вау, прилетело хорошо, да. Давайте вот здесь вот сейчас. Эх, высаживать уже успевают. Войска противника на юго-запад. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай, перезаряжаюсь. Где? Нормально, нормально пока. Пока нормально идем. Давайте, ребятки. Вы вперед будете продвигаться, падлу, или нет? Тихо, я смотрю. Смотрю, смотрю. А, дверь-то не открывается, значит, правильно. Ну давайте, большинство-то я убил же. Блин. Цель уничтожена! Все чисто. Так, тут никого. Сюда идем. Никого. Вертолет опять кого-то высаживает, что ли? Нужен огонь поддержки! У нас потери! Давайте! Меня утешает лишь одно, то, что вы... когда-нибудь кончитесь. И я вас когда-нибудь я кончу. Враг нейтрализован. Кто ранен? Где? Вау. Все чисто. Нифига себе. Вот это бомбежка была. Вот это меня подбили. Так. Валим, 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 сюда, сюда, сюда. Прикройте! Вражеские гранатометчики на крышах! Во-во-во-во! У нас потери! На. Цель уничтожена. Вот здесь вот один я точно видел. Точно видел его там. Злыдня Писюкатова. Цель нейтрализована. Как вы его не видите-то? Давай, 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 давай. Высовывайся, падла. Минус противник. Противник с запада. Давай, перезарядим последний перезаряд. Б6, от пулемета. К вам направляется 3 грузовика с пехотой. У нас потери! Да. Да. Противник с запада! Так. А у нас тут куча оружия была. Противник.
Давай. Да. У нас потери. Где еще? Блин, вы там хрен или лазите-то? Два чебурека. Такс. Что я с вас смогу собрать? Ну, боекомплект пополнил. Неплохо так, знаете ли. Идем. Ну, кто на меня? Ну, не растягиваемся. Б6, снайперская группа 2. Выходим из-за леса на юге. Не стрелять, это американские снайперы! А вот мог бы и пострелять бы вас. Парни, мы прикроем вас, как только пересечете Ну-ка покажи личико-то. Ни хрена не видно, да? Это что за ядерный взрыв? Это не ядерный взрыв, это из ракеты. Какого-то города не стало, да, в Америке? Вас понял, Б-6. Ладно. Спутники их отслеживают. Заводите людей в здание и захватите центр управления пуском. Мы пытаемся выяснить у русских коды отмены. Открывайте ворот. Хотя ворот такие, что под ними можно проползти. Снизу. Так, что за ракеты такие? Арт 2 чего-то там. А там в ракете много ракет, нахуй. Так. Уа, да, такую-то закалибришься сбивать. Хороша задумка. Побережье, все к чертям. А если не ошибаюсь, там Б-6, мы разлом еще какой-то. Пытаемся получить у русских коды запуска. Вот-вот они будут у нас. Продолжайте операцию. Конец связи. Вперед! Б-6, вторая снайперская группа на позиции. Мы прикроем вас. Прием! Так, беги! На связи вторая снайперская группа. С севера к вам приближается вражеская пехота и легкая бронетехника. Найдите взрывчатку и тяжелое оружие. Прием! Так, найдите взрывчатку. А где мне найти взрывчатку? Ну вот. Ага, дымовые. Ладно. Дымовая граната! Мы не сможем никуда уйти, пока не избавимся от противника. Давай сюда прыжку! Отлично! Еще разок, и ему хватит! ПМП уничтожено. Отличный выстрел. Так, надо поменять оружие. Мне оружие поменяю. Уберите обстановку. Прием. Давай мощь. Во-во-во-во-во-во-во. Нам потребуется подкрепление пехоты, сэр. Все сделано, Крик! Где ты?
Конечно, за Родину. Сейчас переделаем и пойдем в атаку. Охренеть. Так. Один готов. Мы постараемся прикрыть вас отсюда, Б6. Ой, хоть заправился так. Давайте, вы сможете там выкрутиться или нет? Где? Ой, там еще вот эта бронетехника одна будет кататься, как-то мне ее. Как мне пробежать? Бежим. А я где тебе возьму еще раз огонь? Давай, что у меня там? Товарищи, не забывайте ваших планов! Готов! Выстрел в голову! Да! Да тихо вы! Я не вижу, куда бежать! Мы вернем так. Славу нашего народа, когда он был свободен ото всех! Да! Блин, против кого я там воевал-то сейчас? Давай. Ай-яй-яй-яй. Все. Пока я здесь, они не появятся у меня со спины. И вот тут как раз вот для взрыва, подрыва БТРки, БМПшки, кого там, блин, БРДМки. А я где возьму, где? А, во-во. Не туда. Падла. Товарищи, не забывайте павших братьев. Отомстите за них. Их же... Блин, ну все. Тихо, подожди, дым пошел, дым. Давай.
На. Все. Так, мне надо, оружие свое. Третья ударная группа. Приближаемся с северо-запада. Повторяю, приближаемся с северо-запада. Да мне что северо-запада? Мне что, еще с ними воевать надо? А, так это наши. Че вы мне панику наводите? Ну-ка дайте-ка я поменяю оружие, надо оружие поменять. Чтобы прорваться через шахты. Проходим через шахты. Ждите. Ну ладно. Все. Все, будем с этим оружием, что у нас будет патронов так меньше. Приближаются два вертолета. Укрытие. Поздно. Мы уже в шахте. А вот в шахте сейчас запаримся. Но это увидим в следующей серии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Пока!